Вот я спускаю кузнечиков. Так, открываем крышку. Первый ход у нас зеленый. Полетит. Вот он. Слетел. Так, этому вообще не страшно, он стрекочет. Что ты хочешь? Домой хочешь к себе? А ты? Давай, давай, иди, иди. Иди, давай. Этот вот сюда уползает. Хочу его напоследок подержать. Ага, он прыгивает. Давайте его подбросим, чтобы он полетел. Посмотрите. Полетел. Да, куда? Вот еще один. Сюда. Тоже отпускаем его. Он там теперь. Ай, какая-то колючка мне на руку. Так, вот она, самка. Самка тоже выползает. Давай. Такая вот самка. Опа, полетела. Это точно зеленый. Она теперь вон там вот. Он ползет. Так, что, кто у нас следующий? О, богомол и седоков. Седоков, давай убегай. Седоков немножко не боится, но пусть убегает. Богомол. Сюда вот богомол. Все, богомол там. Следующий у нас идет, наверное, этот серый кузнечик вот такой. Тоже не страшно. Не, ну что они меня вообще не боятся. Давай, иди к зеленым туда. Все, они вместе с зеленым. И богомолом. Так, а вот этого последнего ручного, который вообще не боится. Он у меня на руках стрекочет, серьезно? Нет, посмотрите на это. Ему вообще не страшно. Ладно, иди тоже. Все, он там теперь будет стрекотать, вон пополз. Так, высыпаемся. Опа, было мокро, оказывается, все это время. Надо будет почухить потом. Стираем его весь всем. Так.